Твоей маме зять не нужен? Я влюбился. Слышу много, но это просто. Там у мертвяков бы встало бы сквозь землю. Это Джиган и Самойлова, да? Блогер Саня Хилл. Внимание на экран. Ребятушки, в общем, я влюбился. И это очень мощное, сильное чувство, с которым я сейчас не могу совладать. И, в общем, я, наверное, закрываю канал, закончил свои поиски. Вот. Даже не знаю, что делать. Я думаю, только вы меня можете остановить. Прямо сейчас, пожалуйста, поставьте на паузу и напишите комментарий, что вы об этом думаете. Вот, потому что реально такой сложный момент, когда есть риск действительно закрытия канала и уход меня просто в любовь. Так, ну что, друзья, подъехал к девчонке, а по переписке она что-то была очень активной, прям не знаю, что-то странное, понять не могу еще пока. В общем, буду звонить сейчас девушке. Садись. Ой, как здесь у тебя тепло, да. Вообще не классно. Твоей маме зять не нужен? Привет. Как дела? Отлично, привет. Как мило, спасибо. Пусть они искусственно, но зато долго простоят. Будут напоминанием о встрече, как бы, я надеюсь, что встреча будет нормальной. Ты вроде в переписке такая достаточно адекватная, там, знаешь. Ну, я просто, смотри, я тебе объясню, я не первый раз на встречах, на свиданиях, как бы, да, сайта знакомств. И, ну, девочки разные, как бы, да, но большинство требуют деньги. Вот, ну, вот сразу с порога. Ну, вот с порога. Вот ты садишься, и там, типа, та не так, это не так, короче, деньги нужны. Значит, я дорогая, в общем, у меня там вареник золотой. Вот тогда вот так, девочки. Ну, по-разному. Просто ты в переписке, я что, удивился и почему заинтересовался, да? Очень такая просто прям мега мягкая, мега классная. Там, я не знаю, может, конечно, сейчас ты выдашь какие-то коры, отмочишь? Нет, Саш, нет. О, да. Просто еще район для меня не свойственный. Я обычно встречаюсь, ну, потому что времени мало там у себя там, да. Я вот сейчас приехал для тебя, как вот подарил тебе. Я хочу, опять же, заострить внимание на то, что ты очень сегодня хорошо выглядишь. Тебе очень идет рубашка. Спасибо, и вообще, да, в целом такой официальный вид. Ты, ну, слушай, я решил сегодня красиво одеться, произвести впечатление. Слушай, я тоже, смотри, у меня сегодня все дела, как тебе? Хорошо. Ну, я, конечно, не так официально, но более-менее как старалась. Ты не вообще, я смотрю, хорошая, ты такая улыбчивая просто. Я, целый говоря, сегодня все утро собиралась. В преддверии нашей встречи, конечно, были у меня переживания. Почему? Потому что это первая встреча. И ты всегда волнуешься на первой встрече? А как же, конечно. Понравились, не понравились, там вот это, да? Ну, естественно, да. Поэтому, да, я очень переживала. Ну, слушай, ты ответный комплимент, круто выглядишь. У тебя отлично белая шуба просто. Сапоги, что мне там видно. Ты сегодня не первый, кто мне это делает уже комплимент. А, ты уже не на первом свидании, что ли? На третьем. На третьем уже? Конечно. Как у тебя сил хватает? Ну, вот так вот и хватает. Не, серьезно. Я тебе как-нибудь расскажу. Расскажешь, да? Обязательно. Ну, я самый главный кандидат из них же, наверняка. Естественно. Ага. Я об этой встрече, честно говоря, уже давно мечтала. Да, серьезно? Ну, так вот, да, продолжу. Ты красиво выглядишь, накрасно, красивая девочка вообще просто. Удивительно, да? Насколько ты красивая и вроде бы, ну, так, простая. Ладно, ты можешь кинуть как-то это туда? Там, не знаю, тут тепло, разденься. Порадуй меня, мой глаз, как бы, да? Жарко, честно говоря. Ну, разденься, я имел в виду шубу только. Я не знаю, что ты там подумал. Конечно. Так, пока ты раздеваешься, спрошу, что ты ищешь на сайте знакомств? Какого мужика себе хочешь? Для каких целей? Для каких целей? Да. Ну, Сашу, в первую очередь, мне, конечно, уже хочется серьезных отношений. Мне, извините, не 20 лет, я уже состоявшаяся девушка. Я уже в жизни много всего увидела. Естественно, Например? Таких мужчин, как ты. Нет, ну слушай, впервые. Что ты страшно такого видела, что ты... Что там интересно? В общем, что я хочу рассказать тебе в целом. Я вообще девчонка простая, несмотря там на мою внешность. Когда впервые вообще на меня мужчины смотрят, на знакомстве, да, они смотрят, внешне опять оценивают меня. Да, у них горят глаза. Они видят там, девочка такая вся упакованная, красивая, следит за собой. Ноготочки, губы, там, волосы.
Но многие мужчины боятся таких девушек, как я. Они думают, что просто не потянут. И вот у меня вот это... Ну, типа, как бы... как это беспокойство выражается? То есть они к тебе не подходят знакомиться или ну, что? Ты знаешь, на первой встрече вроде да, ты такая милая, классная, все хорошо, но потом они головой понимают, что просто ну не потянут. И они начинают съезжать. Просто ну, не потянут что? Не потянут. Много денег требуешь или что? Ну, опять же, вот смотри, у многих мужчин сложились стереотипы того, что сейчас девушкам все нужны деньги. Так. Естественно. Ну, допустим. Я, естественно, могу сама себя содержать. Да, серьезно? Я, ну, естественно, я же работаю, понимаешь? Подожди, ним поправлю ты. Серьезно? Честно, я слышу много, но это просто. В общем, давай подытожим в этом плане. Я просто хочу найти адекватного мужчину с хорошими взглядами на жизнь, который захочет со мной создать семью. И в первую очередь, который во мне увидит не вот какую-то там девочку на губах, на волосах и на ресницах, а реально достойную женщину и кандидатку в свои жены. Ты готовилась, что ли? Нет! У тебя такая речь, просто как будто ты с трибуны, политик какой-то, агитация происходит. Просто подбор слов, такие фразы вообще. Слушай, я сейчас, честно говоря, получаю второе образование по направлению государственное, муниципальное, региональное управление. Серьезно? Поэтому, естественно, у меня есть этого задатки. Класс. И речи, и всего того, что я формулирую. Ну, какие-то задатки я у тебя уже увидел. Это какие? Если не секрет. Ну как, ум, интеллект, а ты что думал? Про вот эти два задатка. Ну, они тоже там задатки хорошие прямо. Так, хорошо. То есть, получается, ты себе ищешь, ну, реально, любовь, нормального парня. Да. Да. Про все вот это духовное, человеческое, как бы, да. И вот у тебя есть какие-то требования, список требований и правил к мужчине? Сколько он должен зарабатывать, например, или что? Ну, слушай, честно говоря, да, мужчина должен зарабатывать. Я не говорю, что я с собой хочу видеть какого-то там а-ля миллионера, да, там шейха, как многие девочки молодые, которые сейчас в погоне за деньгами улетают там в Дубай или какие-то теплые, яркие такие страны, там, где можно как раз вот, ну, обеспечить себя для своей хорошей жизни, да. Вот, но, тем не менее, что я хочу сказать, какого я мужчину с собой вижу и в каком финансовом плане? Ну, во-первых, мужчина, что для меня в понятии мужчина? Это так. Опора, это стена, это надежность, это самое главное. И опять же, ну, я уж не говорю там по 500 тысяч в месяц, но хотя бы заработок около 200 тысяч, ну, должен быть у мужчины. Должен но, быть, а если меньше? Ну, если меньше, но опять же, девушка тоже должна работать. И что такое любовь и что такое вообще счастье? Я считаю, это два человека, которые идут к единой цели и которые... Что ты так говоришь? Ну, ты так говоришь, ты так знаешь... Как раньше сирены были такие, которые моряков вот это зазывали голосом, и там, да, и моряки шли, они их потом убивали. Ты так сладко просто говоришь, я поэтому в шоке. Я просто говорю то, что у меня нет отсюда. Просто не бьется, да, вот твоя внешность, как бы, да, и вот то, что ты говоришь. В общем, я что хочу сказать, что ко всему должны прийти совместно. И даже в том же финансовом плане, если там девушка не дотягивает в финансовом плане, или мужчины, если они когда вдвоем, они могут всегда добиться чего угодно вместе, я считаю. Главное, чтобы они были вместе. Главное, чтобы любовь была, да? Была вот это, любовь, уважение. Доверие. Потому что без доверия отношений вообще, ну, как бы, ну, не строится и ни к чему вот это все. Очень много ревнивых парней, честно говоря, очень много, да, которые, допустим, находятся с красивой девушкой, они не уверены в себе. Ну, из-за комплекса, да, вот закомплексованность. Из-за комплекса, да, вот это. То есть, у тебя были такие, да, я понимаю, ты хочешь об этом? Ну, то есть, с тебя, с твоей внешностью, как у тебя парни, и они там проходу не давали, как я понимаю, да? Да, да. Но когда они меня добивались, и когда они уже понимали то, что я с ними нахожусь, и то, что я никуда не денусь, начиналась вот эта ревность. И ты знаешь, она меня так душила просто изнутри. И на тот момент просто было человеку не доказать, что, допустим, это не так. Он просто себе вбил голову, то, что там я такая сякая, плохая, ну и вот... Все такое. Ну а в чем выражалось? То есть, типа, вот на тебя кто-то косо посмотрел или как вот это происходило? Ну, ты знаешь, естественно, красивым девушкам всегда есть взгляд со стороны мужчин. Внимание. Ну, естественно. И ты даже элементарно, когда по улице идешь, и на тебя внимание обращают, или знакомые здороваются, потом просто предъявление. А почему он с тобой познакомился? Почему он с тобой вообще общался? Ну, то есть на улице, да? Почему он с тобой там... А это общение при нем происходило? Либо отдельно от него, или как? Нет, слушай, был такой момент, ситуация как-то, ну, в городе тоже шли с молодым человеком.
Вот, и ко мне подходит друг знакомый, типа, я говорю, привет, привет, все дела. А он такой на меня смотрит, почему это вообще это ты с ним общаешься, почему ты с ним вообще здороваешься? Ну, странно. Вот, вот опять же, вот даже вот в таких мелочах, когда просто элементарно там, да, можно как бы, ну, поздороваться с человеком, да, без задней какой-то мысли. И опять же, нужно себя достойно с мужчинами вести. Я же не вот там как-то себя там туда-сюда. Ну да, там, да, флиртуешь там, то есть, да. Опять вот же, все зависит от женщины, как себя ведет женщина. Если женщина достойная, то мужчина себе, ну, лишнего не будет позволять, я считаю так. Не, ну это нормально, да, и просто эти люди закомплексованные, они прежде всего не уверены в себе, как бы, да, люди, когда вот ревность, как бы, да, ну, конечно, отношения конечно, равно доверие, как бы, да. Согласна. Ну понятно, если ты там по улице идешь, с тобой весь район мужской здоровается, как бы, тут уже может быть какое-то сомнение. Сомнение, может, я что-то согласна. Не знаю, пока я на работе там, да. А так, если изредка, как бы, да, не знаю, там, или там у тебя какой-нибудь друг позвонил, поздравил с чем-то, да. Ну почему бы нет, я считаю, что это нормально, да, конечно. Очень интересно. Так. Саша, а ты вот расскажи, вот мне хочется тоже, опять же, выслушать твое мнение. Вот почему мужчины боятся со мной знакомиться? Расскажи, как ты видишь с мужской точки зрения и с мужской стороны вот эту всю ситуацию? Ну, я не знаю. Я этих мужиков хочется бы не понял. Хочется понять, конечно. Я бы не побоялся. Вот я не побоялся. Я приехал. Значит, ты здесь сидишь, мы общаемся. Как бы, я не стесняюсь, нормально абсолютно разговариваю. Как, да? А, я думаю, что это, опять же, неуверенность мужчин, боязнь отказа. А, то есть, когда мужик, знаешь, вот у него есть мужское эго, и он думает, так, красивая девчонка, подойду, если она мне откажет, поскольку она красивая, как бы, и как я себя буду чувствовать после этого? Ну, такая лажа, как бы, да? Ну, я подошел, господи, отказал, пошел в жопу, к другой подошел условно, да? Я просто лично наблюдал в клубах, например, ситуация, девочка реально красивая, а к ней она одна. Она одна одинокая, такая сидит, к ней никто не подходит, потому что все суд. Но уебишь все кадрят. Ну там что, там уже понятно, вряд ли откажет там туда-сюда. Почему-то у мужиков вот эти комплексы, как бы, плевать, что откажет, ну, на самом деле. Тем более, как практика показывает, что красивые девочки, они более открытые, более спокойные, да, более добрые, без комплексов. Я еще, знаешь, что хочу добавить, что красивые девушки, симпатичные, они самые одинокие девушки. Ну, это на самом деле. И давно ты одинока? Ну-ка, расскажи, давай. Начнем с этого. Ну, раз ты в поисках. Ну, давно уже. Давно уже. Давно уже, да. Уже паутиной покрылась, да? Слушай, ты можешь сказать и так, да. Я понял. Так. Ну, то есть, тебя реально преследует, получается, я так понимаю, тема, что к тебе не подходит, не знакомится, я очень тяжело в этом плане. Да, мне очень тяжело, что, понимаешь, я вижу взгляды мужчин, что они меня хотят глазами, они видят во мне красивую, там, классную девушку, да, с которой можно там... По моему взгляду, что ты видишь? По-твоему? Что ты серьезно настроенный мужчина. Я надеюсь, что я в этом не ошибаюсь. Хорошо. Так, продолжай. На чем мы остановились? Это уже просто старческий маразм. Нет, ты уже просто о другом подумала, видимо, о моем взгляде, что там это, и ты уже все такая, все вылетело из головы у тебя просто. Я все вылетело из головы, да? Ну, давай продолжим. Ну, мы разговаривали о том, что ты одинока, как бы, да, уже давно, и с мужчинами проблемы. А ты видишь, что они тебя хотят в взгляде, да? Но они что, не подходят? Они боятся просто подойти. Либо, ты знаешь, очень... Ну, ты ходи с табличкой. Не бойтесь. Я в поисках. Я в поиске, подходите. Еще уже, да? Почему? Уже, реально, да. Очень такие ролики сейчас там на YouTube или еще где-то, да, в рилсах высвечивается, как девушка, допустим, идет по Арбату с табличкой на картине. Серьезно? Я ищу мужа. Саш, а может быть мне то же самое сделать? Нет, ну судя с того, что сейчас уже с тобой в машине сижу и общаюсь, я считаю, что, наверное, это уже все. Табличка откладывается, поиск закончен. Поиск закончен. Ну посмотрим, зависит, как дальше будет развиваться. Пока вайп, коннект вообще классный. Классный, да. Вот реально. Слушай, а тебе такая классная энергетика. Да, серьезно? Честно, мне очень нравится. Я еще, знаешь, хотела тебе тоже вопрос задать. Так. В целом, все-таки вживую расскажи, какую бы ты с собой рядом хотел увидеть девушку? Вот. Ну, вот зеркало, ой, вот, ой, вот какая, такую. Красивая, такую сочную, красивую. Ладно, да, вообще. А, да не, я хотел бы, ну, естественно, чтобы она... Глаз радовал, как бы, да, вот эта вся история, чтобы она красивая, симпатичная. Слушай, я очень люблю готовить, честно говоря. Ты как насчет этого? Ты любишь вкусненько покушать? А что? Как ты перескочила? Вот я сейчас говорю, какой девушке я бы хотел. А я готовить люблю. Да я тебе сразу свои плюсы рассказываю. Да? Потому что у меня минусов, но, честно говоря, их... Ну, я уж не буду там с короной там сидеть на голове. Ну, их, по сути-то, и нету. Мой минус какой? То, что я постоянно в разъездах, допустим, да, то, что я такой человек, я целеустремленный. Мне нравится самосовершенствоваться, развиваться, что-то для себя новое узнавать. Опять же, вот эти учебы, конкурсы красоты. Кстати, конкурсы красоты. Ты помнишь, я участвовала в конкурсе красоты? Ну, ты мне говорила, да. Вот, хотелось бы узнать, реально?
Ты участвовал сейчас в конкурсе? Да, я сейчас. Договори, да. Давай, да. Всего да. много, да? Очень я много, смотрю, да, да прям. Да. Угу. Вот, и с учетом этого, с учетом разъездов, немногим молодым людям, парням, мужчинам, да, нравятся такие девушки. То есть они хотят, чтобы они рядом вместе с ними были и проводили вечера. Но, естественно, когда я, допустим, нахожусь в отношениях, я стараюсь в отношения вкладываться и больше времени проводить со своим молодым человеком. Угу. Поэтому не должно это мужчин пугать, что там я в разъездах, на каких-то съемках и т.д. Ну, ты в разъездах, допустим, он что, с собой не можешь поехать? Или конечно, там, может. Он может с собой поехать, конечно, ты же не то, что конечно. Я сама по себе поехала, ты сиди, не нужен ты мне, да, ну нафиг. Конечно. Вот, ну, понятно, что он не всегда может, у всех свои дела, там, работа, да, ну, как бы это же доверие, как бы, или что он там у себя в голове думает, там, типа, ты поехал, увидел, я остается... сразу негры там, да, сразу там. Да, что-то... да, да, целые колонии на негров. Пике, да? Ага. Ты знаешь, может быть, иногда мне бы хотелось, чтобы, допустим, мой молодой человек присутствовал там со мной на съемках или, опять же, куда-то вот ездил, да, мне очень это хочется. Но у меня пока такого в жизни, честно говоря, не происходило. И, наверное, скорее всего, из-за того, что просто, ну, все не то было. Понимаешь? Я понял. Это... Вот, по поводу конкурсов красоты. Ты знаешь... То есть ты участвуешь в конкурсах красоты или что? Или участвовала? Кстати, вот эта тема интересует массу людей, как я попала в конкурсы красоты и каким образом, ты представляешь, самый важный у всех вопрос, каким образом я добиваюсь первых мест. А ты первое место выигрываешь, типа, естественно, да? Естественно, конечно. Ну, типа, через постель имеется в виду? Ну, все-то думают так, что либо за бабло, либо какого-то я там папика себе богатого завела, который меня спонсирует. Или мамика. Или мамика, да. Но, честно говоря, ну, это настолько вот это стереотипы людей, и они даже, ну, не могут понять, что да, есть такая доля, ну, как бы отчасти, что девушка может этого всего сама добиться, просто в это время как бы вложен в свои усилия, да, там вот. Как в целом начались мои конкурсы красоты? Так. 3 года назад мне московский продюсер предложил поучаствовать в конкурсе. Честно говоря, я подумала, что это такой, блин, ну, развод, ну, мало ли там, да, вот девочек там приглашают, зазывают, но потом просто нафиг на голову один пакет. Ну, и заставляют, да, работать. Слушай, реально, это очень страшно, но я девушка как бы рискованная, я думаю, ну а почему бы не попробовать? Ну, в любом случае, я приеду в Москву, я попробую себя, а вдруг что-то из этого выйдет, что-то получится. Вот, и сам факт того, что я решилась, это многого стоит. Только после этого начался мой взлетный карьерный процесс в этом плане. Так вот, я тогда, значит, 2 года назад приехала в Москву, на Мисс Москву, «Московская зима», он правильно назывался, да. Я тогда думаю, боже мой, хоть бы мне в пятерку попасть там. Ну, я же там про тройку и не думала, да. И тут мне объявляют первое место. Я просто думаю, боже мой, класс. Как? Там, думаю, сейчас девочки начнут говорить, вот, приехала тут из какого-то там Нижнего Новгорода, да, там, ну, там деревни, ну, вот московские девчонки по их меркам там любят так говорить, да. Вот, в итоге я занимаю, значит, первое место, я еще от этого шока как бы не отойду, что, ну, блин, это так классно, круто и здорово. Мне через месяц, в феврале 22-го года поступает предложение, Наташа, ты не хочешь как бы пройти отборочный на Мисс Европу? Я думаю, да ладно, да, такое вообще может быть? Я думаю, ну ладно, ну Мисс Москва, ну еще можно было взять, ну уж на Мисс Европу, куда я тут, да? Вот, ну в итоге думаю, а давай попробуем. В итоге я буквально, наверное, за день пакую свои чемоданы, опять прилетаю в Москву, в Москву-Сити, где как раз проходил изначально отборочный конкурс на Мисс Европу, и прохожу его там, ты представляешь? Офигеть, класс, то есть подожди, я сейчас еду с Мисс Россия. Мисс Европа, Мисс Европа, Мисс Россия, Мисс Москва, Мисс Санкт-Петербург. У меня 12 корон на сегодняшний день. Серьезно? Один следующий. Это какие-то, ну, вот эти конкурсы красоты, которые официальные или какие-то частные? Официальные, естественно, конечно, конкурсы красоты. Не, ну и да, не, я имею в виду вот Мисс Россия. А есть, я просто знаю, что есть частные конкурсы. Ну, они, то конечно, то самое, есть. Но есть в Москве их очень много, этих, да, конкурсов. Поэтому, ну, каждая, опять же, девушка, ну, допустим, если она боится себя как-то испытать, да, вот там в плане красоты или каких-то, я там не знаю, собственных внутренних ощущений, она может сходить вот на такие коммерческие конкурсы. Вот, ну, это, конечно, никому то не... То есть я сейчас еду с Мисс Европа, Мисс Россия. Какая? Коронованная, титулованная, да? Ну, слушай, мадам? Вот опять же, честно говоря, вот возвращаться к этим всем коронам, я в последнее время уже перестала в этих конкурсах красоты участвовать просто из-за того, что мужчины боятся. Если они думают, что они там, ну, с королевой там красоты, опять же, с коронами, с ленточками эта девушка, что она вся такая из себя, что к ней
там ни на одной лошади не подъедешь. Ну и то, что вся девочка... Почему на лошади? Вся... Вон, я на Рио подъехал нормально. Опять же, ты понимаешь, что я нормальная, адекватная, понимающая. Ну, я не знал, конечно, но сейчас вижу, что адекватно, нормально вообще. Вайб классный, энергия прям, разговор льется рекой, чувствую какой-то коннект, все подключено как бы, да, ну почти все. Вот, круто. А ты, ну, в плане работы, чем занимаешься? То есть ты что делаешь? Саша, уже 11 лет я работаю в сфере рекламы. Я по первому образованию мастер-художник, а по второму образованию, вот отгадай, кто. Я боюсь уже представить, кто. Мне просто, знаешь, хочется сказать, ёбушки-воробушки, вот в человеке все прекрасно. И ум, интеллект, харизма, красота. Ну, абсолютно. Что-то не так с этим миром? Или что-то пошло не по плану? Я не знаю, я в параллельную вселенную попал или что? Ну, я реально, я привык немножко, на самом деле, действительно к другому. Где какая-то такая не самая сильно красивая девочка, требовательно выпендривается, там, абьюзер, там, или еще что-то, как бы, да? Ну, много всего в Дубае, и все там, типа, Дубай, как бы, мне там не очень понравилось. Достаточно грязноватенько, и, ну, что-то не то. Вот, а в Сочи, конечно. Ну, я думаю, что Сочи. Сочи, да? Да, просто. Я, честно говоря, в свое время, наверное, в Адлере раз 7 побыла, в Сочи раза 3, и меня уже, честно, нашли. А, ну, если много раз, да, много раз, если бы, ну, да. Не тянет, потому что за те же деньги, которые мы, допустим, отдыхаем в том же самом Сочи или в Адлере, мы можем слетать в ту же самую заграницу, да, где будет все включено. Поэтому... Ну, смотря куда, слушай, сейчас уже не так, ну, не такая, да, история. Этим, уже. Конечно, уже сейчас какой-нибудь там Вьетнам 400 тысяч стоит, как на 10 дней. И что Сочи там, да, грубо говоря, 150 опять. Ну вот я купил себе заранее, почти за год, как бы, да, да. В Сочи на следующее лето. Вот, там пансионат, то есть лечебный. Внизу дендрария, как бы, находится прямо на побережье. На 6 дней 120 тысяч. Человека, как бы. Это очень заранее, как бы, да. Если там накануне брать, то там, да, то есть 200-250 будет стоить. Вот так вот. То есть вот летом поеду. Поедешь со мной? Это сейчас специальное предложение. Естественно. Смотри, у нас очень интересное свидание. Я думаю, что людям, подписчикам, которые смотрят постоянно меня, понравится это, что ты меня вскрыла, что ты хорошая, умная, интеллигентная. Ты же это не для видоса говорила? Ну это нет, я реально от сердца все, что мне ушло, я тебе сказала. И, ну я вижу, у тебя очень большое, хорошее, твое сердце. Вот. Глаза, так и говори. Естественно, у тебя такие красивые, надо вот так, у тебя такие красивые глаза, сюда смотри, да? Ну вот, я что предлагаю? Можно сегодня потусить, может, что-то придумать на вечер сейчас. Там. Ну, хорошее предложение. Какие-то дела нет. Просто, да, я тебя там сейчас подвезу. Там тоже отдохнешь, да, подготовишься, там я переоденусь. Вот, и можно. Что будем делать? Ну, можно куда-то в ресторан пойти, посидеть, покушать, да, опять же, пообщаться. Я думаю, что мы с тобой много сегодня, конечно, уже выяснили, обсудили, друг о друге узнали, но и еще есть, я думаю, что много разных интересных... Вечер, перетекающий плавно в ночь. В ночь, да. Давай начнем с ресторана. Давай тогда я тебя сейчас, да, подвезу тебя просто, и мы попозже заеду за тобой. Да. Круто вообще. И подписчики увидят, вообще люди, кто меня смотрит, увидят. Как под, ну, дальше было, что в ресторане, это же прикольно, как бы, да, я уверен. Ну, конечно, там, типа, конечно. Отлично. Че, долбоеб, что ли, закрывать канал? Ребята, друзья, это просто немыслимо. Это мое детище. Я его создавал специально для вас. Вы меня смотрите, я вижу вашу отдачу. Мне кайфово, поэтому канал Саня Хилл никогда не закроется. Когда там баба пришла, не пришла, неважно, их много. Канал, он всегда будет, он будет идти вперед. Я сделал это все для антуражу. В общем, друзья, следите дальше. Стримы. Кстати, сегодня стрим в 9 часов. Всех приглашаю. Пообщаемся со мной вживую. Будет круто. Обязательно приходите. И да, кстати, ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на вот эту девочку. Ее инстаграм я оставлю в описании, в закрепленном комментарии. Она классная, вот реально классная. Она достойна подписки. Пожалуйста, подпишись. Подпишись на девочку. Ей будет приятно. Тебе не сложно. Ну что, как тебе место? Слушай, очень прилично, прикольно, так, ну, атмосферу. Атмосфера и народу мало, да, как бы, да? И народу мало, вообще, да, никого. Это самый такой главный плюс, да. То, что не будет мешать. Ничего, ну, а не будет мешать, как, можно нравится? Целоваться. Нравится здесь? Слушай, ты здесь, и благодаря тебе это место становится божественным, понимаешь? Ты только благодаря тебе. Считаешь? Да, да,
Я думаю, любое место благодаря тебе будет божественное. Как себе мое платье? Вообще, и утром, днем ты была красиво одета, сейчас вообще вот такой там коротенько, расстегиваться так быстро. Я долго готовилась. Долго готовилась. Выбирала, что попроще расстегнуть, да? Ну, не скажи. Так. Что будем заказывать? Не знаю, давай посмотрим. Ой. Аккуратно. Рассыпали. Все, поссоримся. Соль рассыпали. А, что? Так. Слушай, я вот так. Тебе предлагаю взять какой-нибудь цезарь, ну, самый простой. И с креветками, и с курицей, что будет? Ну, я цезарь, да. Давай с курицей, наверное. Давай с курицей. И я бы взяла что-то еще из легкого, наподобие какой-нибудь, наверное, брускетты. Есть с томатами, есть с лососем, что будешь? Дай-ка посмотрю. Так. Да была когда-нибудь, ну, вот, на свидании вот так вот, что, ну, там, с блогером, да? А, ты меня вскрыла, конечно, до сих пор в шоке, и вот мы сидим, и ты же знаешь, что я тебя сейчас снимаю, как бы, да? То есть тебе пофиг, как реалити-шоу, то есть, да, мы сидим, общаемся, и я все равно, ну, уже выложил. Знаешь, мне это очень нравится. Ну, ты для этого, короче, да, это? Да. Или для чего-то еще другого? Ну, познакомиться, конечно, познакомиться. С тобой. С, ага. Это немаловажно. Подсоблазнить, да? Ну, конечно, естественно. Попиариться. Попиариться. Или да. Пообщаться. И пообщаться. 50-50. Я совмещаю приятное с полезным. Класс, класс. Так что вот. Сейчас я скачаю приложение. Да, давай, давай. Вообще классно. Ты реально очень подготовлен, прям будоражишь как-то, да, вот что-то такое. Прям. Кто будет первый отвечать на вопрос? Не знаю, давай, как хочешь, давай скинемся или что? Кинем жеребий. Жеребий, каким образом? Давай соломинки. Давай. Давай, сейчас, смотри. Вступаем к игре? Да. Длинная. Длинная. Вот. Значит, я первый. Ты первый. Полняю. Так, приложение как раз у нас скачалось. А, ты уже скачала, да? Да, я уже его скачала. Так, Александр, значит, так. Программа выбирает рандомный вопрос. Угу. А, и первый вопрос. Что за вопрос, что ты смеешься? Покажи. Позвонить в отель для развратных утех. Ты как на это смотришь? Мне кажется, это какой-то намек, да? Ты специально меня нашла, типа игру затеял с фонтом какой-то намек, правильно? Ну, кое-что я тебе узнаю. Ну, мне нравится вечер. Вечер будет удачным. Я уже забил, короче, вам есть 18 лет. Вот. Так. Ну вот давай, допустим, на номер, да? Позвоним. А что говорить нужно? Какое действие? Просто позвонить или что-то? Просто позвонить и узнать, какие у них есть номера, какие есть у них игрушки и вообще вот вообще в целом все. Так. Секундочку. На громкую делаю. На громкую звонить? Да, так, вкладе телефон. Да, здравствуйте, девушка. Подскажите, пожалуйста, какие у вас есть номера? Ну, часов в 9 вечера. Хотя нет, в 10:30. Еще раз? А, ну вы имеете в виду на всю ночь? Ну, может, да, на всю ночь, там же дешевле получается. Довольно-таки простой. Душевая с поршнем, где тоже можно заняться любовью. И большая круглая ванна, встроенная в пол, имеет подсветки неоновые. Очень красиво. Очень кратко. Очень хорошо. Так, а если больше двух человек придет? Больше на сколько? Ну, 4. Можно. Можно, да? Себя располагает. Да, я понял. А можно тогда забронировать на имя Александр на 10:30? От 10 вечера до 10 утра, да? Замечательно. На чье имя? Александр. Александр, очень приятно. Александр, номер брони у вас будет 81, пожалуйста, запомните. 81, запишите.
Ну все, как теперь в торговом центре? Гуляем, ходим, думаем, куда пойти. Да, мне очень нравится. Что, тебе еще куда пойдем? Да, что ты хочешь, покушать? Да, мне хочется какой-нибудь вкусный стейк съесть. Вкусный стейк, да? Да. Тебе не хватило, да? До подушки на время еще есть? У нас там еще есть как минимум 4 часа, чтобы нормально покушать. Короче, Цезарь, вот это с лососем, это мало нужно дальше? Да, что-то, да, да, ага. Именно так, все верно. Супер. Это необычно действительно сейчас будет видео, да? Да, да. Никто еще не видел, как я гуляю с телочкой. Тем более с такой ауф, который, знаешь... Все, ждем очереди, да? Да, мы сейчас пришли в очень вкусный ресторан, называется The Bug, кто в нем не был. Это отсылка к вечеру. Забыть. Танцует уже предвкушение, короче, сегодня. Вечерами, да. В общем, мы сейчас вкусно очень покушаем. Потом, я думаю, что, скорее всего, мы еще прогуляемся. И поедем на 10 тысяч. Да, и поедем туда, куда мы наметили поехать. Поехали. Какая тебе больше нравится? Вот это вроде ничего, да? Да, вообще класс. Ну, бомба или вот это? Ну вот это такая фигурка прям вообще, да? Прям пикантная, прям очень горячая. Это мало мазь. Ну ты... Реснички. Так. На горшочке. Так. Депиляция. Где? Где? Так. Улыбается. Кушать хочу. Что-что? Кушать хочу. Сейчас будет, дай-ка кушать, сейчас покушаешь.